Пошли по коридору, что-нибудь найдем сейчас еще. У него смотритель, может быть, не открывайте до конца. Тём, ворота с двух сторон открыты, если что. Не успевай, не успевай. Всё, всё, всё. Бежать, бежать. Да, всё, можно ливнуть просто сразу? Как понимать, Тёма? Ой, я ну... тоже. Антрапы стоите, а в порядке между напомнили центре карты. Да, да ладно! Вообще. А вы бегаете, да, пока что? Тогда пойду спасать. Пойду спасать тогда. Я просто уже выдвинулся. Чё, зря выдвинулся? Давай, надеюсь, тут пока не будет. Иди, где травы нету. Одни кусты везде. Лечи сразу. У меня, видишь, перк уже половина хп есть. Не важно, все равно лечит. Хотел сказать об этом. Где бы генератор теперь? А, вот. Чтобы вы понимали, карта еще и показывает трапы. Только ломать их нет смысла, потому что они опять откроются. Красава. Боженька. Молюсь на тебя. Сейчас, возможно, он тебя бросит, потому что он затрапил порчу, я нашла. У меня комарики летают. Я в дверь не смогла зайти. Да как ты меня успел-то пон... Что? Я сделал... скинул. А что, он в подвал хотел? Нет, он не в подвал хотел. Дочинили. А вы все раненые? Да, я понимаю. Меня и сойдет спасать, что ли? Ну иди туда, придурок! Опять легион. До свидания, побегай. Она опять не попала. Ну посмотрим. Веня, я это, я не знала. Зато я вижу одержимость, кстати. О, Майкл! Карта, я просто не там. Я снимаю.
Тебе чинить нельзя, Вень, у тебя осколок пропадет. Фонарь фиолетовый на холме. Он сюда идет. Убегай. О, дедуля. Дедуля заработал. Дедуля, справа от тебя вон ворота. Чините там, короче, я его здесь вожу. Веня, ты придешь на другую часть карты? Я тебя полечу. А, зашибись. Не чинил. Все, жопа мне. Жопа мне. Сорвалось. Слышите? Почему? На мне одержимость. Неправильная фраза. Что? А ты что, ты сразу не понял это, да, когда ты его видел? Нет, я его не, я не понял, реально. Ну давай ты уйди куда-нибудь. А он за мной бегает. Веня, да не прячься, нужно наоборот, чтобы он на нас... Еще и наед. А он все равно на тебя побежал, Тём. Ну правильно. Может, наед у него там? Почти открыто. Ну, ну сиди там, тут Веня с этой стороны открывает. А если ножом попадет, то тоже наед? Не-не-не. Нет, нет, с руки. Это страшно. Веня открыл, в принципе, ворота. Ну уходите. А ты все вокруг дома этого бегаешь? Нет, я просто сейчас сдохну и все. Я уже убежал к хижине. Подожди, не лечи, не чини, мне аптечку надо потратить. В хижине наед. В хижине? Да. Может, сломаем или нет смысла? А там дед открыл ворота, не убежишь? У хижины ворота другие недалеко. Я уже к вам перемещаюсь. Да я опять аптечку не потратила, надо было маленькую брать в подвале. А в хижине дед, дед, ты не рядом с хижиной, дед? А внутри хижины нет наеды? Пойду посмотрю, что ты. Да они же не у хижины ж бегают. Наед, сказал же. Мне заодно надо ломать такое. Все, мне жопа. А где ты падаешь? Ломаем, короче. Ломай скорее. А у меня клементит сразу. Да, но если я подставлюсь и не... А он сломает наед. В центре карта. Все, снялась. Надо подставиться теперь. У нее железная дева, дурак что ли? А тебя сюда тащит, Вень? Нет. Шкафы ага, нельзя, в шкафы нельзя. Меня сразу повесил. О, воу. Это моя тема. И это моя тема. Донесет? Нет. Ладно. Горим или нет? Мне троих распилить надо. Куда? Куда? Ну, я тебе... А зомби прямо у меня! Зомби у меня кейпит! Что это, боже!
что делать? Сейчас я приду на разборки. Сейвер Артемий на связи. Она-то чё не... Сейвер Артемий на связи, здравствуйте. Поворот, вот так вот. Видели, как он шляпу одел? Чисто ковбой. А он не за нами, что ли? Он за ней. Ой, за ней. Меня. Я пошел ее спасать. Идите к воротам. Не, давай полечимся. Они бегут, Веня, Веня, они бегут. Закладывай откой. Открывать что? Открывайте. Жалко, что ты туда пробежал. Ну ты не успеешь. Ты еще и раненый. А-а-а. Прыгнул, что ли?